Здравствуйте, уважаемые друзья. Хочу предложить вашему вниманию очередную зимнюю мушку, которая работает круглый год. Изготавливать мы будем почти по такому же принципу, как вот изготовлено это с использованием люрекса. Но обмотку будем делать по-другому. Крючок я беру тот же Тимка 200R. Креплю его и немножко с вами его буквально огрузим. Огрузили немножко. Свинец я использую 0,3. А вы уже смотрите, какой у вас будет. Дело в том, что мушка выйдет несколько объемная, поэтому нам желательно, чтобы крючок был хотя бы на номер больше, чем тот, который мы планировали с вами. В качестве материала, из которого я буду изготавливать тело, мне понадобится фольга упаковочная, хорошая, крепкая, или же люрекс, если есть у вас. И в мечевидных перьях вот такие есть еще на стержне, стебле. Вот такие остатки перьев, которые я тоже использую в качестве тела. Поэтому тело мы будем изготавливать из такого перышка. Крепим его здесь же у загиба. Сильно не проматываем, сразу крепим нашу фольгу. Вот такой приблизительно ширины полосочки, буквально, может быть, пару миллиметров будет нам достаточно. Закрепили, подтянули так, чтобы не было у нас ступенек и бортиков, и в то же время, чтобы мы не порезали нашу нить. Совсем-совсем немножечко, вот так, почти не доходя до середины загиба, закрепили наш с вами люрекс. И можно другой вспомогательной нитью, можно этой. Я возьму вспомогательную нить и ею выровняю все вот такие неровности нашего тела. Поделюсь секретом, хорошо еще для выравнивания тела можно использовать нить, которая продается для чистки зубов. Не доходим до окончания свинца нашего, примерно 2/3 цевья. Проматываем, подравниваем, так чтобы наш люрекс лег потом ровненько и красиво. Закрепили добавочную нашу нить и удалили. Теперь мы берем немножечко, совсем-совсем-совсем чуть-чуть. Добавляем клея, вводим нашу основную нить, сделаем завершающий узел. И здесь ее пока на время оставим. Если вам она мешает, можете ее удалить. Совсем-совсем немножко наносим на тело. Я повторю, использую почти все время гелевый клей. Марка не имеет значения. Это не реклама. В данный момент я использую вот такой клей. Очень хорошо себя зарекомендовал. И теперь аккуратненько стараемся не зацепить жало нашего крючка. Начинаем выполнять обмотку. Если в этом есть необходимость, пожалуйста, подтягивайте, выравнивайте.
пленочка хорошо, достаточно тянется, поэтому очень удобно работать. Не в том смысле, что это дешевый вариант, а в том смысле, что удобно работать. Значительно удобнее, чем с любым другим люрексом. Единственный недостаток, которым она обладает, это то, что если ее тщательно не закрепить вот так на клей, она долго не служит. Дошли до окончания нашего свинца. И с вами закрепим материал. Остатки удаляем сразу. Сделаем узелочек, чтобы нитка не убежала. И добавим капельку клея. Переходим к следующему важному моменту. Это какое мы будем с вами оставлять тело. Я, допустим, экспериментировал. Брал разные оттенки, разные цвета. Но самый благоприятный оказался для меня вот красный. Поэтому я беру и сразу начинаю вот так вот подкрашивать всю свою вот так вот пленочку. Со всех сторон. Так как у нас маркер спиртовой, он достаточно хорошо впитывается в нашу пленку, значительно лучше, чем в металлизированный люрекс. Если у вас имеется голографический люрекс или, допустим, красный такого производства, настоящий люрекс, можно использовать его. Но я повторю, у меня правило. То, чего нет у меня под руками, я только лишь тогда покупаю. Теперь дали совсем-совсем немножечко, дали ему подсохнуть и парочку капель клея для того, чтобы при обмотке дальнейшей нашим перышком у нас он не скользил. Совсем-совсем немножечко, вот парочку точек. Если у вас имеется уже очищенное бородки пера глазкового, пожалуйста, используйте его. Для того, чтобы сделать более качественной сейчас обмотку тела, я возьму нить, наверное, уберу. Поставим в удобное положение для себя крючок и начинаем аккуратненько, виточек за виточком, выполнять сегментацию нашей личиночки. Выберите для себя, друзья мои, шах, тот, с которым вам более приятно работать, и хватит длины пера. И дошли до края крепления нашего свинца. Оставляем перодержатели, наше перышко, оно уже никуда от нас не денется. Опять закрепим нить. Подхватим наше перо. Удаляем остатки. Так как личинку, которую я решил изготавливать, она является собирательным образом, может и нимфу веснянки, и ручейника, и кого угодно напоминать. Поэтому я сейчас подберу перышко для того, чтобы изготовить нам с вами лапки.
Значит, у меня имеется вот такое перо. Это вырез из перышка древесной утки или селезня. Достаточно симпатично себя зарекомендуют они в качестве лапок. Вот как вы видите, достаточная толщина и все остальное. Значит, вымеряем ту длину, которая нам необходима для того, чтобы мы с вами подвернем и сделаем чехольчик. И закрепим сразу здесь у нас не доходя до колечка. Подхватили перо, подровняли, чтобы оно у нас было ровненькое. Вот так будет достаточно длины. И подхватываем наше перо, следим за тем, чтобы оно у нас было строго над колечком. Пару миллиметров не доходим. Удаляем теперь все наши остатки, которые у нас имеются. И чтобы не возвращаться в дальнейшем к нашему колечку, поднимаем вверх вот так перья и промотаем настолько, чтобы наше перо почти вот так поднялось. Нить возвращаем теперь обратно там, где будем формировать с вами грудку. Чтобы не мешало перо, его можно вот так слегка намочить. В качестве грудки я буду использовать перо павлина. Можно взять по остаткам, можно взять два новеньких. Я обычно, когда беру из упаковочки новое перо, беру вот так вот и начинаю проверять. Как вы видите, там, где оторвалось, это уже перо нам для работы не годится, потому что сразу в работе оно оторвется. Крепим там, где наша грудка. Так, чтобы немножко-немножко заходило наше перо на свинец. Вот так. Учитывая толщину пера, которая у нас имеется, нам недостаточно вот того объема грудки, которую мы с вами будем изготавливать. Поэтому я беру обыкновенный вот такой серый даббинг, который самый мелкий, который у меня имеется. Можно любым другим оттенком взять, белым, коричневый, черный даббинг, тот, который у вас будет в наличии. Совсем немножечко вот так еле-еле цепляя наш мех на нить, сформируем даббинговую нить. И здесь аккуратно сформируем теперь форму нашей грудки, которую мы с вами будем проматывать потом уже павлиньим пером. Приблизительно так, чтобы совсем-совсем немножечко было толще или вровень нашего основного тела. Вот так будет достаточно. И теперь я беру наше перо и формирую грудку. Повторю еще раз, грудка должна у нас быть достаточно объемной и пышной, так как мы крючок берем несколько больше по длине, по размеру. Вот у меня вышла такая грудка, и теперь я беру аккуратно своей нитью, прохожу сразу, армирую то перо, которое я закрепил. Захожу за крепление грудки, остатки удаляем.
Теперь мы с вами берем, делаем завершающий узел и возьмем, насколько есть у нас тонкая красная нить. Поменяли с вами нить. И теперь берем полностью вот так вот все бородки, даже те, которые вот у нас сейчас еще торчат, это не так страшно. И перекладываем, формируя нашу грудку. Сделаем парочку оборотов, пока ничего не предпринимаем. Подхватили с вами. Удалим сразу, чтобы нас это не раздражало. Беру теперь, разделяю пополам перышки, которые у меня сформировали мой чехольчик. Одну половиночку увожу вправо, а вторую увожу влево. Если по каким-либо причинам у вас затруднено это, возьмите, намочите перо, оно буквально через 5-7 секунд у вас высохнет. Разделили. И теперь восьмерочкой я закреплю каждый отдельно вот так фрагмент наших зачатков крыльев, которые мы с вами будем формировать. Увели одну часть, подхватили, берем теперь вторую часть. И теперь берем, друзья, так, чтобы они выглядели у нас более симметрично. Немножко увлажнили пальцы вниз и так, чтобы слегка назад. И в одной точке теперь уже закрепим нашу нить. Форма нас устраивает, делаем завершающий узел. На место крепления необходимо нанести капельку клея. И также нанести нам необходимо еще на наш чехольчик. Поэтому я сейчас его слегка подкрашу и покажу. Вот, друзья, и все. Мы сделали очередную нимфочку для ловли зимой из подручных материалов, которые у нас имеются. Я чехольчик, который мы изготавливали из пера, и место крепления этого чехольчика вскрыл лаком, дал ему немножко просохнуть. Если у вас имеется вот такой, допустим, клей, вот такой клей, пожалуйста, используйте его. Можно изготовить чехольчик ровно за 3-5 секунд. Но так как мы никуда не торопимся, поэтому я использую лак. Очень уловистая приманка. И по белой рыбе, и по окуню. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.